Всем привет, меня зовут Дмитрий, и в этом небольшом видеоуроке мы разберемся с тем, как можно добавить работающий код HTML на ваш сайт. А обещанный бонус в названии к этому видео заключается в том, что мы разберемся с тем, как вставить не один, а целых два HTML-кода, и вставим их не просто, да, какие-то абстрактные вещи, а именно работающие. Работающие с тем, чтобы вы понимали действительно, как это работает, да, не просто в теории. Давайте перейдем в нашу статью. Ссылка будет на эту статью и на следующую, которую мы будем тоже разбирать, в описании к этому видеоролику. Я очень рекомендую пройти, почитать их, если вас интересует тема создания вот таких вещей, которые мы создадим сегодня в этом уроке. Первое — это коды разных бегущих строк на HTML. Давайте перейдем к нашему тестовому сайту сразу. Добавим страницу. Назовем ее... просто страница. Впишем один абзац, сделаем пробел, Enter, да, точнее, и у нас появляется новый блок, соответственно, новый абзац. И здесь у нас есть коды HTML. Вот, например, вот такой, да, который вводит самую обыкновенную строку бегущую. Тут в этой статье есть совсем разные строки, вплоть до вот таких, да, то есть довольно странных, но кому-то, тем не менее, не могут понадобиться, поэтому они здесь есть. И давайте попробуем вставить HTML-код в нашу страницу, да, в содержимое страницы. Публикуем страницу, переходим к ней, и видим, что наш код не работает, хотя статья обещает, что если вы вставите этот код, у вас появится бегущая строка. В чем проблема? Код не работает или мы что-то сделали не так? Я думаю, что второе. И сейчас я объясню, почему. Нажимаем «Редактировать страницу». По умолчанию, да, WordPress распознает ваш абзац как абзац. То есть даже если вы сюда вставите код, он будет показываться как абзац. А для того, чтобы он показывался как код, нам нужно нажать плюсик и выбрать произвольный HTML. А здесь по умолчанию в шести вот этих вот вкладках показываются объекты, предметы, которые вы используете наиболее часто, да. Если у вас не показывается HTML, забиваем просто здесь в поиске HTML и видим, что внешний вид окошка, куда мы вводим содержимое, поменялся. Теперь сюда вводим код. Переходим на страницу и видим, что наш код теперь функционирует. В принципе, это все. Давайте просто для примера разберемся с тем, как можно добавить какой-нибудь другой код. Предпоследняя статья, которая вышла на моем сайте, это вывод картинки со ссылкой. Давайте переместимся в самый конец, где показывается самый полный код. Да, то есть здесь я разбираю по статье части кода, как он формируется, из чего, объясняю, как поменять содержимое этого кода на свое какое-то, да, кастомное, скажем так. И в конце мы видим там код, который уже, собственно, собранный полностью. Точно так же вставляем произвольный HTML, вставляем скопированный код. Здесь он немножко длиннее. Обновляем страницу и видим, что у нас вставилась картинка. Поскольку код выводит не только картинку, но и ссылку, мы должны, по идее, вообще по нажатию на картинку увидеть какой-то другой сайт. И еще, кроме прочего, да, давайте разберемся в одной небольшой детали. У нас есть вот target blank, да. Что он делает? Он выводит ссылку, да, в код. Немножко не так. Он открывает ссылку из кода, да, в новом окне. Давайте проверим. Видим, что наша вкладка с нашей страницей, которая называется просто страница, не закрылась. При этом у нас открылся новый сайт. Все работает, да. То есть, резюмируя то, что было сказано, для того, чтобы добавить код HTML в ваш редактор WordPress, и для того, чтобы он работал, нужно все делать правильно, нужно открывать его через произвольный HTML. На этом все. Я прошу вас поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, чтобы получать новые видеоролики в предложках. И большое спасибо за просмотр этого видео. Всем пока!